Ничего особенного. Так назывался всероссийский конкурс социальных роликов среди подростков. Его цель – привлечь внимание к проблемам инклюзии в разных сферах жизни. Всего на конкурс со всех уголков России поступило более 130 видеоматериалов. Два из них из Губкинского. Авторы обоих стали призерами. Мы вообще в целом всем классом считаем то, что какое-то угнетение среди инвалидов – такого не должно быть. Инвалиды тоже люди, и с ними должно быть такое же общение. Ролик был о адаптации инвалида в каком-то новом социуме, как был представлен класс наш. Работу оценивали в 5 номинациях. В жюри известные телеведущие, режиссеры, руководители телестудий и общественные деятели. За победу дети получили ценный приз от благотворительного фонда «Фонд БЭК» «Современный ноутбук». Его ребята решили подарить тому, кто нуждается.